22 серия. Дин Вэньсяо! Почему ты так одет? Это же рабочая форма! Кто ее дал тебе? Мама, это я. Ты хочешь меня разозлить? Я же уже говорила, не встречайся с ним! Зачем его пустила? Он мне помогает, я не хотела обидеть тебя. Помогает? Он подлец! Он хочет рассорить тебя с Сюй Маченем! Да, Сюй Мачень дал нам денег. Неужели теперь я должна выйти за него замуж? Я верну ему эти деньги. Как ты их вернешь? Это место забирает почти все деньги. Сколько бы ни трудилась, все равно не вернешь. Послушай меня. Мы должны ему не только деньги, но и чувства. Ты не можешь заставить меня. Я сделаю все, чтобы ты меня услышала. Те 5 миллионов дал не Сюй Мачень, а Дин Вэньсяо. Директор Дин, чувствуй себя как дома. Ни о чем не беспокойся. Если будет что-то нужно, говори. Хорошо. Спасибо, тетушка. Не благодари меня. Я плохо думала о тебе. Я думала, что это все Сюй Мачень дал нам 5 миллионов. Поэтому хотела выдать за него свою дочь, а я не хотела выходить замуж за него. А директор Дин хотел навредить мне и Маченю. Но 5 миллионов дал директор Дин, теперь дочка должна выйти за него. Мы хотим, чтобы эта старая игра превратилась в игру VR. Как тебе идея? Я понял. Ты хочешь, чтобы дизайны сестры были как в ее игре? С бумажными куклами. Так можно выбрать одежду. Потом клиент выбирает онлайн-одежду и делает заказ. Нужно подготовить онлайн-площадку. Нисети будет рекламировать ее. А мы будем работать тут. Крутая идея. А что насчет денег? Не волнуйся. Я уже добыл капитал. Хорошо, я займусь. Сделай все быстро. Понял. Ночи длинные. Все быстро сделаю. Точно, Янся. Для тебя есть дело. Какое? Нужно зарегистрировать марку. Директор Му, мы снова встретились. В прошлый раз мы не договорились. Я очень расстроилась. Надеюсь, что в этот раз мы начнем сотрудничать. Айлина, переходите сразу к делу. Надеюсь, что вы понимаете, чтобы выйти на международный рынок, нужен не только дизайн. Также нужно продвижение и узнаваемость товара. Мы Луз, мы популярны за рубежом. Поэтому я хочу стать вашим представителем. Директор Му, не отказывайтесь. А я не откажусь. Но я надеюсь, что Луз не сплагиатит мой дизайн. Линшань, насчет этого можешь не волноваться. Я верю, что Айлина защитит нашу продукцию. Если проблем нет, я надеюсь, что мы вместе будем сотрудничать. Хорошо. Алло, Усяо, спасибо. Готово. Деньги есть, можно работать. Почему ты неожиданно занялся всем? Я уже думал об этом. Пока я тут был, ты меня вдохновила. Тогда почему я не додумалась до этого? Ты глупышка. Нет. Просто у тебя не было опыта в таком. Нет организаторских способностей, понимаешь? Просто делай свою работу хорошо. С остальным разберусь я. Доверься мне. Я верю тебе. Сегодня важный день для магазина. Нужно его отпраздновать. Давай, пошли. Не нужно никуда идти. Я все приготовила. Спасибо, тетушка. А где Яндун? Он не приходил? Сорванец. Я сказала, что он тебе нужен, а он не пришел. Приду, отругаю его. Яндун приходил, мам. Приходил? Да, тетушка. Яндун уже стал нашим сотрудником. А
Как же я? Вы наш главный акционер. Правда? Тогда у меня есть право голоса. Конечно. Все кушать! Директор Ван, ты спонсируешь DI. Думаешь, что у DI есть перспективы? Но прошлое, коллекция DI, провалилась. Компания сильно пострадала. И еще не пришла в себя. Разве выйти на международный рынок — это небольшой риск? Если честно, я не верю в это. Но я один не могу повлиять на планы DI. Мы с тобой однофамильцы. У меня есть предложение. Мы будем оба в выигрыше. Не знаю, примешь ты или нет. Говори. Если это принесет прибыль, я приму его. Ты знаешь, Юйвэй расширяет свои территории. Юйвэй в последнее время успешно. Ты не мог этого не заметить. Я хочу поглотить DI. Но Сюйма Чэнь мне отказал. Сейчас хочу использовать свои акции и поменять их на твои акции в DI. К тому же, мне нужна только половина твоих акций в DI. Это будет как компенсация. Когда я завоюю DI, Юйвэй выйдет на рынок. Я знаю, рыночная цена Юйвэй не установлена. Ее можно изменить. Если ты против, я думаю, что кто-нибудь другой примет это предложение. Хорошо. Я согласен. Рад сотрудничеству. Мо Чэнь, спасибо тебе. Давай посидим у тебя дома. Сегодня не получится. В другой раз. Не буду тебя заставлять. Пусть в другой раз. Завтра увидимся. Линшань, когда ты уже примешь меня? Один Вань Сяо отпустишь. Я не привык к такой заботе от кого-то. Моя мама вкусно готовит. Ты съел так много? Я сейчас говорю про чувства, а не про живот. Чувства? Перед тем, как я работала в DI, я думала, что ничего не могу. Сейчас передо мной много возможностей. С DI мне ничего не связывало, кроме как обещание отцу. Думал, что как достигну цели DI, уйду с работы. Но сейчас все не так. Здесь я стараюсь ради своей цели. Понимаешь? У всех свои цели. Каждый идет своей дорогой. Директор Дин, может, у жизни другие планы на тебя, поэтому ты потерял все? Деньги. На них не купишь жизнь. Не купишь чувства. А вещи это не важно, сегодня не нужны, завтра нет. С чувствами все не так. Это воспоминания, не всегда с тобой. Янься, спасибо тебе. Если бы ты не позвала меня сюда, я бы не разобрался в себе. Я нашел свою цель. Не благодари. Это тебе спасибо за помощь в магазину. Эх, я поменял свое мнение. Один Вэньсяо.
Слишком долго ты менял свое мнение. Просто раньше я защищал тебя и Янься. Поэтому я так вел себя. Получается, ты опростоволосился. Нет, это не так. Я ошибся. Это то же самое. Нет, это другое. Это то, а это. Значение разное. Стой. Будь серьезнее. Ты думаешь, у Янся и Дин Бэнсяо есть шанс? Эти чувства... Это сложно. Директор Дин, есть еще одно дело. Я до сих пор не понимаю. Ты сначала думал, что я вор. А потом поверил мне. Почему? Это... Я... извращенец. Это неправда. Ты же вечно занят. Ты постоянно был в DI, тебе некогда было следить за мной. Ты правда глупая или притворяешься? Знаешь одну вещь, называется видеокамера. Ты установил в магазине камеру? А как ты думаешь, кто отвез тебя в больницу? Как бы я узнал, что тебе нужна помощь? Наконец-то закончила. Теперь можно делать выкройки. Мне нужны размеры Дин Вэньсяо. Алло, забыла взять мои размеры? Да, забыла. Откуда ты знаешь? Неужели... Ты за мной следишь? Не выдумывай. Это же очевидно. Я твоя модель. Выкройку не сделаешь без размеров. А ты умный. Все равно, как ты угадал? Ладно, хватит болтовни. Я отошлю свои размеры. Нет, я должна сама все сделать. Мне нужна точность. Приезжай в магазин. Не боишься, что твоя мама будет ругаться? Я плохо говорила о тебе, а ты все слышал? Ну да. Дин Вэньсяо, ты следил за мной. Потом я понял, что моча не вредит тебе. Хочешь, чтобы я тебя поблагодарила? Насчет подглядывания, я рассказал правду. Можешь простить, а можешь нет, сама решай. Пока, завтра увидимся. Дин Вэньсяо! Сейчас я получил акции DI. Теперь твой выход. Не волнуйся, директор Ван. Я заставлю Сюй Маченя пожалеть. Замечательно. Директор Му, уже все готово. Модели могут мерить одежду. Хорошо, скажи об этом Сюй Маченю. Хорошо, директор Му. Господин Сюй, одежда готова.
Вы нужны в мастерской? Хорошо, можешь идти, скоро увидимся. Поскорее бы результат. Алло, Айлина? Директор Му, вы свободны? Мне нужно с вами поговорить. Через полчаса приеду. Удобно? Да. Ну как успехи? Все хорошо. Мне нужны дизайны сестры. Чем больше, тем лучше. Сколько нужно? Около 100. Хорошо, я передам твоей сестре. Хорошо. Я пошел. Мне еще много работать. Спасибо, Яньдун. Я пошел. Вдохновение, приди. Яньтя! Нужно дать дизайны Яньдуну. Но у меня нет вдохновения. Давай дадим ему другие дизайны. Ты же не любишь плагиат, разве нет? Это просто для программы. Не для программы, просто продвинем магазин. Нет. Мне не нравится план с плагиатом. Ладно, не нравится, не буду заставлять. Скажи мне, сколько времени нужно для 100 дизайнов? 100? Нет вдохновения, я месяц делаю 10 макетов, это мой предел. Какие еще 100? Что же делать? Яньдун не сможет закончить программу. Яньтя, нужно что-то придумать. Время — это очень важно. Если не успеем, кто-нибудь другой сворует идею. Знаю я, не дави на меня! Яньтя! Ты же всегда со всем справляешься. Ты же хочешь, чтобы ремесло процветало, и его увидели на сцене. Сейчас у тебя трудности, это факт. Ради магазина разреши их. У меня нет вдохновения. Твои разговоры не помогут. Яньтя. 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 Что с ней? Вы поругались? Нет. Это все из-за работы. Немного повздорили. Не сердись. Яньтя просто слишком импульсивная. Я поговорю с ней. Тетушка, не надо. Это все я. Если бы не я и не мой род. Не нужно так сильно себя винить. Я знаю свою дочь. Она сама виновата, не защищай ее. Тетушка, я не защищаю. Просто я надавил на нее. Тетушка, не ругайте Яньтя. Бесит меня! Что такое? Дин Вэньсяо что-то сделал? Откуда знаешь? А что тут непонятного? Даже я-то понял. Он тебя обидел? Он получит от меня. И от меня. Не лезь! Иди погуляй. Я же тоже член команды. Почему мне нельзя вмешиваться? Ты не женщина. Дизайнов для VR недостаточно. Сказал нарисовать мне еще 100, но у меня нет вдохновения. А он знаете, что сказал? Что ты можешь посмотреть работы других. Да, ты не женщина. Ты сказала, что не будешь воровать идеи. Я не женщина, я знаю. Вы двое, вы меня не слушаете. Слушаем. Слушаем. Мне нужно пожаловаться. Знала бы заранее, не согласилась бы. И что делать? И потом он сказал так. Ты же хочешь показать свое ремесло и выйти на международный рынок, да? Да. Если есть трудности, значит, нужно приложить усилия. Хватит! Не будьте такими же, как он. Он еще следил за мной. Это не важно. Сейчас важно то, что ты не в строю. Наша команда не распадется? Яньтя! Дин Вэньсяо не прав. Он пытался на тебя надавить ради программы. Так делать нельзя. Он виноват, я в этом уверен. Когда ты стал снова против Дин Вэньсяо?
только что. А ты на чьей стороне? Конечно. На стороне Вэн Сяо. Вы оба ненормальные? Янься, эта программа — важная платформа. Ее нужно сделать. Дин Вэн Сяо сказал же все. У магазина будут личные заказы, а Янься будет их шить, а другие дизайны не нужны. Он хочет, чтобы у Янься появился бренд. Синьму принадлежит директору Му. Видимо, Мо Чэнь постарался для вас. Что? У вас какие-то проблемы? Директор Му, проблемы — это вы, а не я. Мне не нравятся намеки. Вот оригинальный дизайн плаща нашей коллекции. Как думаете, это все произошло случайно? Разве это не спланировано? Здравствуйте, я представитель компании Луз. Компания, укравшая мой дизайн. Мы не крали. Просто наши идеи и ваши схожи. Сотрудничество с Юй Вэй тоже устроил он. Это директор Ван компании Юй Вэй. Директор Ван хочет сделать новую независимую мастерскую. Он поможет тебе сделать твой собственный бренд. Но есть одно условие. Нужно уничтожить коллекцию DI. Я не могу вам верить, а вот директору Дину, ему я верю, и тогда я буду сотрудничать с вами. Директор Му, вам нужно время, чтобы подумать. Не буду мешать. Нужно подождать. Скоро будет взрыв. Потом мой выход. Спасибо, директор Ван. Не благодари. Наше сотрудничество в силе? Да, завтра поговорим. Хорошо. Сюй Мо Чэнь, как ты выкрутишься? В этот раз мне очень понравился дизайн. Конечно, ради нашей цели... Цайнин, ты много работаешь. Господин Сюй, это все директор Му. Мы вместе все придумали. Я все передам Линшань. Когда я померил образец, обнаружил проблему. Я не хотел ничего портить. Наш талантливый дизайнер устроил хороший показ мод. Поэтому я нашел другого мастера. Что ты имеешь в виду? Нашел швею и изменил костюмы. Не волнуйся, их скоро принесут. Я знаю, что вы заметили их реакцию. В зале сидело много редакторов, а также критиков. Чего ты хочешь, Мо Чэнь? Ты сам все решил. Изменил мои костюмы. Мой дизайн могут легко скопировать. Не думаешь, что ты перешел границу? Нет, это не так. Я думаю, что эти украшения дополнили костюм. Невозможно. DI не нужен новый дизайнер. Вэн Сяо директор. Он находится под давлением. Показатели продаж не достигают целей. Знаешь причину?
Видимо, Вэнь Сяо не сказал тебе. Твои дизайны безупречны. Но покупатели на рынке не оценили твои старания. Вэнь Сяо ищет способ, чтобы улучшить DI. Если ты хочешь ему помочь, придется принять нового дизайнера. И тогда ты поможешь DI. Если мои дизайны приносят проблемы, я их изменю. Они понравятся людям. Не нужно нанимать нового дизайнера. Она украла мой дизайн. Она не может быть дизайнером. Я не хочу, чтобы в DI работали крысы. Я не отрицаю, что твои макеты стильные. Но за 2 года в твоем видении ничего не изменилось. Я должен что-то изменить. Но до конца года еще 2 сезона. Если итоги будут плохими, я не сдержу обещания своему отцу. Это я позвал Янься в компанию, чтобы помочь Вэнь Сяо разобраться с кризисом и мотивировать тебя. Если ты сама поможешь ему выйти на рынок, Янься можно уволить. Я не против. Но ты должна постараться. Они должны принять твои дизайны, чтобы покупателям понравилось. И тогда я знаю, акционеры согласятся продвинуть тебя. Господа, что касается нового дизайна, директор Дин в сомнениях. В этот раз все будут решать судьбу компании DI. Я и новый дизайнер подготовим дизайны, чтобы улучшить показатели продаж. Раз директор Дин сомневается в моих способностях, поэтому я хочу устроить соревнование. Кто проиграет, тот покинет DI. Нужно решить проблему с утечкой, чтобы сотрудничать с LM. Есть идеи? Нужно убрать предыдущие дизайны и создать новый. Презентация уже совсем скоро. Почему Вэнь Сяо остановил работу дизайнеров? Ты знаешь? Вероятно, он нашел тебе замену. Невозможно. Мы сотрудничаем с LM, потому что они выбрали меня. Ответь. Что важнее всего для LM? Качество изделия. Разве это не сильная сторона Янься, Линшань? Если бы не утечка дизайна, я бы не принял такое решение. Хватит! Не смей мне снова врать! Ты все делаешь ради Янься! Уволься из DI. Это ей навредит. Если дизайны Янься будут успешными, все твои старания будут напрасны. Ты думал, что этого не произойдет? Но произошло. Когда теряешь, понимаешь этому цену. Директор Дин, я Му Линшань. Сегодня официально ухожу из DI. Таким способом ты сможешь победить врага. Это самый эффективный способ. Если ты против этого, тогда я с тобой. Не забывай, что тебя заменили. Презентация DI скоро начнется? Мы успеем все доделать? Все хорошо. У DI нет моделей, значит, им нужно будет менять мерки костюмов. Мо Чэнь, ты уволился из DI? Не только я. Все модели. Дизайны Янься, это ты их утащил из DI? Господин Сюй сказал так сделать. Когда я ушла, что сказал Сюй Мо Чэнь? Я хотела уволиться. Но господин Сюй сказал, чтобы я подготовила все для вашего возвращения. И ему нужна моя помощь. После того, как я взяла дизайн Янься, я уволилась.
Поздравляю. Ты добилась своего. Теперь нужно убрать Янься из Диай. Ты все это спланировал. Я так поступаю, чтобы ты смогла вернуть себе Ваньсяо. Правда? Мне кажется, это не так. Линшань, я никогда не менял к тебе отношения. Это все Дин Ваньсяо. Я все это делаю, чтобы защитить тебя. Линшань, чем она занята? Почему не берет трубку? Когда я увижу его, что мне сказать? Янься, ты такая импульсивная! Я не должен был давить на Янься. Дин Ваньсяо. Нужно сдерживать себя. Может, завтра он успокоится? Линшань! Линшань! Здравствуйте, это Линшань. Меня нет дома. Оставьте сообщение. Что с ней? Прости, я должен был все рассказать, я виноват. Я надавил на тебя, прости. Это я виновата. Линшань? Если бы не я, ты бы не оказался здесь. Столько лет. Я думала, что сделала все ради тебя. Но ирония в том, что я сломала тебя. Линшань, неважно, кто виноват. Чтобы выполнить обещание отцу, я думал только о Диай. И не думал о тебе, не принимал твои чувства. Поэтому я оказался здесь. Но я не жалею. А я жалею. Сюй Мачэнь использовал меня. Я жалею о своих поступках. Почему он так к тебе относится? Он просто хотел вернуть себе свое. Не упрекай его. Но я, чтобы вернуть тебя, была его пешкой. Толкнула тебя в пропасть. Я не прощу его. Линшань, Мочэнь использовал тебя, я тоже так поступил. Пап, о чем ты разговаривал с Линшань? Линшань, я вижу, что ты будешь прекрасным главным дизайнером. Но я хочу, чтобы ты стала моей невесткой. Ты нажива для нее. Она сделает все ради тебя. Только так ты сможешь защитить честь Диай. Я не хочу использовать ее, не хочу вредить ей. Ты отвечаешь за Диай. Ты должен.
Я понимаю, какую цель ты преследуешь. Но защищая Янься, ты ранишь Линшань. Мочень, ты Клиншань. Дай мне один шанс. И я его использую. Дин Вэньсяо! Ты знал, что Линшань тебя ждала? На дороге всю ночь! Она заболела. Но ради соревнования. Она тратит последние силы, чтобы выиграть его. А что ты? Ты волнуешься о ней? Кто важнее? Линшань или Диай? Если Диай выйдет на рынок, ты женишься на мне? Линшань. Отвечай. Да. Или нет? Мой отец основал Диай. Если я вор, тогда ты захватчик. Сюймочень, что ты имеешь в виду? Ваш бизнес расширился. Это обычная схема в бизнесе. Твой отец передал ее нам. Почему я захватчик? Когда компания стала корпорацией, мой отец потерял свои полномочия. И всем начал управлять твой отец. Забрал все хитростью. Это все ради развития DI. К тому же, неважно, насколько DI расширится, этого будет мало, у вас есть акции. Дин Вэньсяо, не смей учить меня бизнесу. Я получу свое. Получишь? Для компании это не важно. Я выполню обещание, которое я дал отцу. Ты женишься на Линшань? Это как-то тебя касается? Столько лет прошло, а ты вечно избегаешь Линшань. Ты выполнишь обещание отцу насчет нее. Ты занимаешься только Диай. Она тебе не нужна. Ты просто используешь ее. Это план моего отца. Я этого не хотел. Если она тебе не нужна, тогда оставь ее. Я не хочу, чтобы она страдала. Между вами недопонимание. Он любит тебя сильнее, чем я. Это я знаю. Он ненавидит меня и моего отца. А у тебя есть ко мне чувства? Я не хочу тебя ранить. Своими словами. Говори прямо. Ты никогда не изменишься. Линшань, хоть я и промолчал, ты все поняла. Я не хотел в этом признаваться. Мы как та карусель, гонимся, чего-то ждем. Все было напрасно. Янься, мама, я не права. Он просто хочет помочь. Я не должна злиться. Вэньсяо не злится. И я не злюсь. И почему ты не злишься? Он так о тебе заботится. Почему я должна злиться? Он не злится на меня? Нет. Думаешь, я так просто тебе расскажу все? Получается. Янся, ты уже взрослая, а такая глупая. Следи за собой. Знаю, мама. Я извинюсь завтра. Ха.
Хорошо. Директор Тан, наши дизайны уже готовы. Если директор Му одобрит, я скоро перешлю их вам. Хорошо, спасибо. Алло, Цанин, иди ко мне в кабинет. Хорошо, директор Му. Директор Му, вы плохо выглядите.享受午夜。